Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и наконец-то стартовало событие, которого все мы ждали. Я лично ждал его очень сильно. Это аукцион падающих цен. Что это такое, сейчас объясню для тех, кто не знает, хотя я сомневаюсь, что такие танкисты есть. Это аукцион, на котором цены не поднимаются на машины, а падают. То есть с прошествием определенного времени машина становится дешевле, и их ограниченное количество выставлено на продажу. Сейчас перейдем к торгам, я это уже сделал, посмотрел, и будем все обсуждать. Я не киберспортсмен, я не супер танкист, я не статист, я обычный танкист, такой же, как и каждый из вас, и поэтому буду высказывать мнение со стороны среднестатистического игрока. Итак, ребят, вот эти вот все машинки сейчас выпали на продажу на первую волну. Первая волна у нас продлится с 18 по 22 августа, потом сразу 22 августа стартует вторая волна по 26 августа, и с 26 августа по 30 августа будет третья волна. О чем это говорит? Это говорит о том, что вам не надо сейчас сливать свою голду на первые попавшиеся танки, потому что будут еще другие, и возможно среди них будет та машина, о которой вы действительно мечтаете. Поэтому если, допустим, по большому счету 59 паттон вам не нужен, но у вас хватает на него голды, не покупайте его прямо сейчас, лучше подождите следующей волны. Итак, ребят, что касается всех вот этих машин, ну, безусловный лидер того, что здесь есть, это десятка Т95Е6. И, ребят, я рекомендую брать данную машину даже за 15500. Машина стоит этих денег, она есть у меня на основном аккаунте. И, ребят, я доволен и очень сильно. Что касается типа 57-го, 7,5, честно говоря, жабка немножко давит, но за семерку, а уж тем более с понижением цены еще на 500 голды, можно смело забирать за 6,5. Что касается Крайслера, машина на любителя, на тех ребят рассчитана, которые умеют играть от заднего расположения башни, но она не является результативной тачкой. Поэтому я думаю, что его, если и брать, то, грубо говоря, где-то за, не знаю, там, 4500 голды приблизительно, и то просто в коллекцию. Что касается ЛИКПЗ М4190 мм. Данная машина хорошая, классная, веселая, очень классный легкий танчик, но все же, ребят, не за 5 и даже не за 4500, и даже не за 4. 3500 это классная, хорошая, нормальная цена на данный аппарат. 59 паттон. Просто не смотрите на него, вообще не обращайте никакого внимания. Она не стоит того, чтобы ее себе приобретать. Что касается ВЗ-114, данная машина не является какой-то, ну, прям очень хорошей, очень результативной. И двадцатку она однозначно не стоит, поэтому я думаю, что ценник на нее упадет 1000 до 16, и, может быть, найдутся те ребята, которые будут покупать. За 18 я бы его не брал ни в коем случае. Ну и что касается М4А1. Машина на любителя. Многие статисты, многие крутые игроки ее хвалят, но в руках среднестатистического игрока машина играется очень тяжело, потому что является довольно-таки картонной и просто огромной, хотя не является тяжелым танком. Короче говоря, ребят, если и покупать, то покупать 1000, грубо говоря, там за 6. Это в лучшем случае. Машина прикольная тем, что довольно интересным орудием обладает, но я бы не сказал, что она нужна в каждом ангаре. Итак, ребят, в первой волне однозначные 3 лидера. Это у нас Пирания Т95Е6, это тип 57, и если уже на то пошло, то возьмите себе Ли. Он действительно порадует любителей легких танков, но не торопитесь брать его по завышенному ценнику. Как я уже сказал, ребят, через несколько дней, а именно 22 числа будет новая волна. Как видите, откроются новые машины. И что самое интересное, если вдруг машины вот здесь вот оставшееся количество не закончились, то есть их не разобрали, но открывается новый вот этот вот уровень, то, соответственно, вот эти машины снимаются с продажи, потому что время их продажи уже закончилось. Хотя, как показывает практика, было очень мало машин, которые не расходились по своей крайней нижней цене. Вот такое вот скромное мнение. Ребят, что покупать, что не покупать, решать вам. Но вы всегда можете у меня на канале посмотреть обзоры на данные машины. То, что у меня есть, обязательно добавлю в описании к данному видео. А чего не хватает, обязательно досниму. Мира вам, друзья мои, хороших покупок и обязательно спокойствия. А спокойствие вам необходимо для того, чтобы не слить свою голду раньше времени. Напоминаю, будет еще 2 волны, 2 раунда, которые будут
предлагать вам еще какие-нибудь интересные машинки. Я побежал снимать специально для вас, ну а вы прямо сейчас подписывайтесь на канал, не теряя времени, ставьте палец на колокольчик, если хотите не пропустить новое, свежее, честное мнение по поводу того, что происходит в игре. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!